Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешную. Номер 1537. События дня. Эпиграф. Евангелие от Иоанна 13:13. Вы называете меня учителем и Господом, и правильно говорите, ибо я точно то. И вот об этом же дальше говорится, какие места Писания. Прочитайте сами, что-то голоса нет. Курсоры можете приостанавливать, затормозить и считать. За 26 февраля 2020 года. И обращение о помощи приобрести Игорю Александровичу Барабашу. Может, кто-то поможет, помаленьку насобирает. Или как? Это мои воспоминания. Как получилось, что он написал толкование на откровение.
Вот эта переписка за день, за ночь. А дальше что? Дома, никуда не ходил, занимался, закапываю глаз, капли дали. Помолиться 7 раз в день, по 100 поклонов, притом после каждой молитвы 3 святого. Вот все. День и прошло, много ответов. Занятия. Утром молитва, все записываю. И молюсь со всех. Все на этом. А что еще можно сказать-то? Прекрасный был день. Слава Богу. Аллилуйя. Аминь.